Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и это заключительная серия прохождений приключений Бэтмена и Робина. Уровень довольно сложный. Довольно сложный уровень, потому что здесь может выпасть случайно синенькая. А это мы, конечно, не хотим, чтобы это произошло. Здесь летают турели. И они... Но они довольно противные очень, эти турельки. Сердца, так. Ну куда они? Вот по ним не попасть. Хорошо, сердца, отлично. Ой-ой-ой, а вот эти взрывы-то, конечно, тоже. Сердца пропустил. Сердца. Хорошо. Уйди, робот, уйди. Главное задевать турели вот этим вот. Супер, ага. О, а сколько, чё их так много-то? Тихо. Как я по ней попадать-то должен? Объясните мне, пожалуйста. Опа, вот и выпалась синенькая. Опасно. Ну иди сюда, иди сюда. Убивать ты меня не обязательно, наверное. О, сердца, хорошо. Отлично, отлично. Главное все сердца поймать. И избежать взрыва вот этих вот роботов. И что дальше? Все. Эту часть уровня мы прошли. Дальше... Там жизни были? А что, больше не будет? Больше не будет жизней? Вы серьезно? Что там дальше, я не помню, если честно. Что такое? Ух ты! Танк. Дайте жизней. Жизней? Жизни, пожалуйста, ребята. Мне мало хп. Очень мало хп. Слушайте, ну то, что я танки, конечно. То, что танки по мне не попадают, это круто. Жизни. Отлично. Больше жизней. Есть шанс. Ух ты, я даже, смотрите, я... Я даже... Мне даже сложно говорить, на самом деле, что уровень-то последний, и тут самое... Тут самое главное его не зафейлить. Но у меня хп полное, это круто. Было. Так, хорошо. Отлично. Ой, зачем же он рванул-то? Все хорошо, главное не спешить. Тихо, тихо, ты чё?
Все нормально. Сердечки, все. Ой, сколько же сердечек-то я потратил зря. Во, правильно. Очень хорошо. Что там дальше-то у нас? О, тихо. Ученые. Чего они такие злые-то? Это морозилка. Морозилка с обжигающим холодом. Таких тут несколько, да. Зелененькая, хорошо. И самое главное то, что когда мы бьем ее, она замедляется. Вот что самое главное. Потому что если она до нас долетит, то мы уже никуда не денемся. То есть мы не сможем от нее увернуться. Она, видите, она и вверх замораживает. И вниз замораживает его, и везде. Видите, близко-близко, опасно. Сейчас что-то будет, да? А-а-а! Тихо. Ай-яй-яй, попал все-таки. Что я взял? А, сердечки. Отлично. Сердечки, давай сердечки мне. Тут, по-моему, только зеленые выпадают. Отлично, сердца. Эти ребята очень неприятно могут стрелять. И вот эти штуки тоже неприятны. Хотя они дают сердечки. Но этот уровень не настолько длинный. А, эти уже с двумя. И они стреляют. Вот они... Они жестко стреляют. А этой штукой я пользоваться не смогу. Ударил меня все-таки, да? А это вообще меня зацепило. О, сердца, отлично. Я должен без этих... Желательно без урона долететь до босса. Иначе будут проблемы. Хорошо. Отлично. Сердца давай. Отлично. Еще лучше. Ой, а вот это плохо. Сердца-то будут? Да, немножечко сердец я взял, но не все. Но теперь самая главная битва. Здесь надо нам по стеклу
ему стрелять. Да, и отбивать вот эти вот неприятные штуковины. Которые, кстати, дают хпшечки. Но немного, то есть мы больше потеряем. Отлично, отлично. Теперь он стрелять будет. Нам надо как-то научиться от этого уворачиваться. Во-во-во-во-во. Вот как-то так, ага. Отлично. Ну, почти. Ну, почти. Ну, шанс, в принципе-то, у нас есть. Половину моему хп снесли. Только я не попадаю по нему, вот в чем проблема. Как он так стреляет, что? Он все равно по мне попадает в любом случае. Именно по нему попадать надо, как я понимаю. Он так меня и убьет, слушайте. Одно только, да, сердечко взял. Не убей, только не убей. Сердечки. Хорошо, 22, допустим. О, смотрите, что выпало мне. Какая штука классная. 15, ну 15-то я осилю. Теперь у меня сбивать будет. Он меня так убьет. А, все? Ура, друзья, мы прошли игру. Это было жестко. Это было жестко. Ну что, мистер Фрис был пойман, все нормально. Arkham Asylum. В морозной клетке Arkham Asylum под наблюдением стражей. Через решетку можно видеть темную фигуру. В лунном свете можно увидеть темную фигуру, которая держит в руке уменьшенную версию города. И я так понимаю, страж, это охранник, ничего не услышал. То есть из камеры тишина доносится. Ай, Фрис позвал охранника. Охранник открыл окно двери. И что произошло? Я хочу послать сообщение Бэтмену. Продолжил говорить голос. Он встряхнул кристалл и сделал типа такую пургу.
месть — это блюдо, которое подается холодным. И потом он рассмеялся безумным смехом. Вот как-то так. То есть, типа, это еще не конец. Ну что ж, дорогие друзья, и на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, не забывая о том, что видео на моем канале выходит каждый день. Всем пока!